В этом фильме я играю молодого режиссера, который мечтает снять свое кино. Какое кино? Фильм ужасов. Эта идея понравилась не всем. Идем учить детей английскому. Мы отправимся в сказочную Англию. Вау! Ну как я попал в это кино? Короче, братан, режиссер танцы, звандай, ты че, не стеваться там. Кастинг, конечно, я проходил кастинг. Я очень серьезно погружался в эту роль. Вот что вы мне как петушку можете посоветовать? Не афишируйте. Вы все не так поняли. Постельные сцены будут? Не планируется. У меня была главная роль. Чай, кофе? Кофе можно? Ну, почти главное, ну. Я тебя отвезу в Калкаманскую больницу. Лучше сразу убей меня. Ружан очень сильная актриса. Давай следующий вопрос. Ой, меня в кино деньги вообще не интересуют. Жарай, 100 мың берши, 50 мың өзім тауам бір жерден. Хотя бы 10 мың тенге берши, соткам залогымнан алайыншы. Это жены сотка. Я хочу, чтобы меня воспринимали как серьезного актера, а не как груду мышц. Думаю, в этом фильме у меня получилось. А можно еще раз? Давай быстрее! Да, мне очень понравилось. Мы снимали кино про кино. ноября в кинотеатрах страны новая комедия. Больше, чем кино. Наки, вы зомби, ну кайсыз? Мен зомбидің қоңыр атымын. Жоқ, сценарий бойынша кайсыз?